В микрорайоне Подрезково прошла встреча художницы Натальи Баженовой с жителями городского округа. Наталья Алексеевна – коренная химчанка. Больше 45 лет живет и работает в городском округе. На встрече художница представила свои лучшие работы. Провожу для населения мастер-классы, лекции. Выступаем на 9 мая, на всех праздниках, которые организовывает управление Подрезково. Здесь замечательные конкурсы проходят. На встрече обсудили современное искусство, как развить художественные навыки и придумали несколько творческих проектов.